Мальчишкой я нашел брошенного волчонка в лесу за нашей фермой. Я думал, что установлю правила, какие-то рамки, и смогу усмирить природу зверя. Полгода спустя, на охоте, волчонок накинулся на меня. Но сейчас мы пытаемся исправить ошибки мстителей. Не люди больны. Безграничная власть опасна, гибельна. Тебе повезло остаться в живых. Давай, Камала. А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. А если мстители подставили? Вы сами посмотрите. Вдруг мистер Старк поможет. Привет. Прости, а ты кто? Камала. Сейчас посмотрим. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Твою же... Вы что, все в конец обезумели? О, где ты был, когда на Земле начался ад? Это наша вина. Общее. Ты думаешь, миру будет лучше без нас? Да. Вот в чем твоя проблема. Ты бежишь от себя самого. От своей сути. Прекрати. Именно этого и хочет Тарлтон. Вы боретесь с неотвратимым, неизбежным прогрессом, мстители. Силу невозможно сдержать. Ее нужно уничтожить. Я избавлю Землю от суперсил. Даже если они исчезнут со мной. А вот это уже очень странно.